и музыку неизвестного автора, знаменитые журавли. Здесь под небом чужие, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль, сердце бьется сильней, вижу птиц караваны, в дорогие края провожаю их я, сердце бьется сильней, вижу птиц караваны, в дорогие края провожаю их я. Вот все ближе они, и все громче рыдания, будто скорбную весть мне они принесли, из какого же вы, из далекого края, прилетели сюда на ночлег журавли. Из какого же вы, из далекого края, прилетели сюда на ночлег журавли? Холод, ветер и дождь, непогода и слякоть, вид унылых людей и холодной земли, ах, как больно душе, ах, как хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли, ах, как больно душе. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Но я знаю страну, где луч солнца сияет белым саваном, там вся покрыта земля, где пурга и метель все пути заметает, то родимый мой край, то сторонка моя, где пурга и метель все пути заметает, то родимый мой край. То сторонка моя. Браво! Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Если позволите, я хочу представить моего друга Александра Алина, поэта, композитора, потрясающего гитариста. Пусть он тоже себя заявит, и, может быть, в другой раз мы его тоже пригласим. Это не просто, это ведущая артистка нашей труппы. А у нас просто вообще никого нет, мы тут все непростые. Спасибо. Мне очень приятно попасть в эту атмосферу таких красивых людей и с такими красивыми танцами. Я